Следующий вариант плетения плетется из хвоста. Я называю это плетение канатиком. Для этого нам нужно собрать все волосы в хвост. Это может быть в хвост в середине головы или в самом низу, допустим, и наверху даже вот здесь. Ну вот рассмотрим на таком варианте. Для этого хвост мы делим на две большие пряди пополам, ровно пополам. Скручиваем, вот сейчас самое важное, скручиваем обе пряди в каком-либо из направлений, или по часовой стрелке, или против, но в одном. Они должны быть закручены в одном и том же направлении. В моем случае я кручу в правую сторону. Обе прядки закручиваю. Можно делать поочередно, можно делать одновременно. Потом, когда у вас получились две вот такие скрученные прядки, вы берете и закручиваете прядки между собой, но уже в противоположную сторону от предыдущего кручения. В нашем случае в левую. Прядки сами, как вы видите, укладываются в такой своеобразный канатик. Это очень стильно выглядит. Внизу, в самом конце, нужно закрепить резинкой. Этого будет достаточно. Канатик будет держаться и будет очень вас красить. Как в повседневной жизни, так и в вечернем выходе.